Всем привет! Олимпийская чемпионка Алина Загитова 28 мая проведет ижевский мастер-класс для начинающих фигуристок. Зрители увидят выступление юных ижевских фигуристок, в числе которых на лед выйдет младшая сестра Алины Сабина. Олимпийская чемпионка проведет автограф и фотосессии. Кроме того, Загитова встретится с главой Удмуртии Александром Брычаловым. Сообщается, что для спортсменки приготовлен сюрприз, но какой именно, пока не разглашается. Сюрприз! Everything you're fighting for.